заслужил счастье, а? Он боролся за счастье, поддерживает. Давайте поменем этого человека. Минута молчания. Давайте минута молчания. Только я с другой стороны сейчас пойду, отсюда вот пойду, окей? Очень жалко человека, который был другом и для Украины, и не только, который был настоящим гражданином Российской Федерации. Я думаю, что именно это то место, куда надо принести свечку или цветы. Не под посольство. 100%. Именно так, ну, так мы почтим его память и должны помнить. Вот и все.